В декабре 2000 года в соответствии с приказом Министерства внутренних дел Российской Федерации от 22 декабря 2000 года номер 1292 создана Уфимская школа по подготовке специалистов-кинологов МВД России. В настоящее время образовательная организация осуществляет профессиональную первоначальную подготовку, профессиональную переподготовку и повышение квалификации сотрудников кинологических подразделений органов внутренних дел. Подготовка специалистов-кинологов для органов и подразделений внутренних дел Российской Федерации включает в себя выполнение обязанностей с использованием служебных собак по таким направлениям применения, как розыск по запаховым следам человека, следовая работа, обнаружение обозначения взрывчатых веществ и взрывных устройств по их запаху, по запаху наркотических средств и психотропных веществ, обнаружение трупов и человеческих останков. Знание профессиональной, служебной и физической подготовки, правовые основы, основы специальной техники органов внутренних дел Российской Федерации, основы психологии и криминалистики, первой помощи, огневой, физической и строевой подготовки. В наши дни Уфимская школа по подготовке специалистов-кинологов МВД России – динамично развивающаяся образовательная организация по подготовке кадров для органов внутренних дел. За годы деятельности выпущено более 5000 специалистов-кинологов. Многие выпускники занимают руководящие должности в кинологических подразделениях территориальных органов внутренних дел. Преподавательский состав цикла кинологии является учебным структурным подразделением Федерального государственного казенного учреждения дополнительного профессионального образования Уфимская школа по подготовке специалистов-кинологов Министерства внутренних дел Российской Федерации, реализующим основные программы профессионального обучения и дополнительного профессионального образования. Преподаватель цикла кинологии, подполковник полиции Самиков Альберт Зверевич, представляю Уфимскую школу по подготовке специалистов-кинологов. С 2005 года являюсь преподавателем на должности цикла кинологии. За период работы на цикле циклом кинологии осуществляется подготовка специалистов-кинологов по обучению именно и дрессировке служебных собак по различным направлениям. Это у нас по целевым направлениям и, соответственно, по следовой работе. Осуществлялась подготовка кадров к несению службы по охране общественного порядка в различных мероприятиях, как Сочи-2014, чемпионат мира по футболу. Основными задачами цикла являются учебная, учебно-методическая, научно-исследовательская и воспитательная работа, укрепление связей, обучение с деятельностью практических органов, работа со служебными собаками, развитие учебно-материальной базы. Работа цикла организуется и осуществляется в соответствии с планами работы школы, научной и издательской деятельности. Цикл проводит занятия по разделам. Служебная кинология, включающая дисциплины, основы ветеринарной подготовки, основы дрессировки служебных собак, тактика применения служебных собак. Дрессировка служебных собак, включающая дисциплины, курс выработки приемов управляемости, специальный курс дрессировки. Преподаватели цикла осуществляют работу по учебно-методическому обеспечению преподаваемых дисциплин, разрабатывают лекции, составляют учебно-методические пособия, методические разработки, проводят научные исследования по наиболее актуальным теоретическим и прикладным проблемам кинологии. Преподавательский состав имеет не только богатый педагогический, но и практический опыт работы, в том числе и в кинологических подразделениях органов внутренних дел. Для осуществления учебного процесса в школе создана развитая учебно-материальная база, которая включает в себя лекционные залы, учебные классы, оборудованные наглядными пособиями и мультимедийной техникой, спортивный зал для борьбы и игровых видов спорта, атлетический зал, оборудованный тренажерами, компьютерный класс с выходом в международную информационную телекоммуникационную сеть интернет, тир, дрессировочный городок и полигоны для дрессировки и тренировки служебных собак. Навесы для проведения практических занятий со служебными собаками при неблагоприятных погодных условиях, библиотеки. Для содержания служебных собак имеются вольеры, специальная кухня для приготовления пищи служебным собакам, ветеринарная лечебница, оснащенная всем необходимым оборудованием для ветеринарного обслуживания служебных собак. Обучаемые обеспечиваются питанием в столовой, для проживания слушателей имеется благоустроенное общежитие.
Приоритетными направлениями деятельности школы остаются подготовка квалифицированных кадров для органов внутренних дел, дальнейшее развитие материально-технической базы, а также патриотическое воспитание слушателей, потому что долгом каждого гражданина является беззаветное служение на благо Родине, защита ее границ и интересов.